как передали нам то бывшие с самого начала очевидцам,
и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательным исследованиям всего сначала по порядку писать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание этого учения, в котором был наставлен. Так, толкование. Кто были эти многие, которые начали? Лжеапостолы, ибо точно многие составляли Евангелие, каково, например, Евангелие от египтян, Евангелие с надписью от 12. Они только начали, а не окончили. Поскольку они начали без благодати Божьей, потому и не окончили. Итак, Лука хорошо знал, многие начали. Подлинно немногие, именно Матфей и Марк, не начали только, но и окончили, ибо они имели Духа, творящего совершенно. О совершенно известных между нами событиях, ибо относящиеся к Христу не просто известно по голословному преданию, но истинно, совершенно верно и вполне доказательно. Как же, скажи, Лука, это доказательно? Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова? Из этого видно, что Лука был учеником не сначала, но впоследствии времени. Ибо иные были учениками слова с самого начала, например, Петр и сыны Зеведеевы, Матфея 4, 18-22. Они-то и передали Луке то, чего он сам не видел, не слышал. Прежде я наставлял тебя, Феофил, без Писания, а теперь, передавая тебе Евангелие в Писании, утверждаю твой ум, чтобы он не забыл преданное без Писания. Во-вторых, так мы, люди, часто имеем обычай, когда кто-нибудь говорит нам без Писания, подозревать его, что, может быть, он и лжет, и ложь говорит. Но когда он пишет свои слова, мы верим, что он и не написал бы, если бы не был смело уверен в истине своих слов. Так евангелист говорит: для того я написал тебе Евангелие, чтобы ты с большей уверенностью содержал то, в чем наставлен был без Писания, имея более ко мне доверие теперь, когда я настолько уверен в преданном без Писания, что изложил он и в Писании. Ну и все. Что за спасение можно взять из этого? Прочитали. Вначале было предание словесное. А потом это апостолы решили уже написать. То есть это две большие разницы. У меня вопрос у меня. Ну если в Андрею, Матфею, Марку и Иоанну Господь сказал, что Дух придет и напомнит все, то есть они писали по наитию Духа Святого, вспоминали все события. Лука именно собирал, так сказать, по частям. Евангелие составил и по слов свидетельств других евангелистов. Ему такое же доверие идет, как и прочим всем апостолам. Евангелистам. Так святые о соборе утвердили, и поэтому нужно доверять святым соборам. Собор установил считать этой церковью и считать за Евангелие, Священное Писание. Да. Апостольские правила, 85-е даже. Он просто утверждает, чтобы вызвать доверие. Со Христом не ходил, он не... Его называют апостол, но он не входит в число 12 апостолов, его там нету. А писать, воспоминания, люди пишут. Притом, только что события были. Вот пишет Баграмян, маршал советского, Рокоссовский. А фронты-то состыковались, рядом были. Попало к Жукову, он стал считать, говорит, нет, этот полк был не там. В это время, говорит, мы перевели его.
А люди-то ничего не знают. А как во время войны? Тайно, закрыто было. А это четырежды герой. И он начал так их этих жуков шерстить, и тут неправильно, и там неправильно. И войска по-другому были расположены делать. А, так а прошло-то всего ничего. А этот писал через 15 лет. Да за 15 лет что было? Мы инструмент работаем, положим и друг друга спрашиваем, а где он? А ты, может, брал лопаты, так и не нашли, где лопаты. 15 лет. Такая точность. Почему Дух Святой? Лёши нету. Он вчера говорил, мне надо там сколько, 5-7 минут об избрании. Что такое избрание? Кого Бог избирает, какое время, в Ветхом Завете или в Новом, живого или мертвого, когда Бог избирает. И я приготовился отвечать, а его нет. Вот мы молимся, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Иисусову молитву. А если бы я так молился, Господи, я согрешил нечаянно, но Ты избрал меня, благодарю Тебя, прости меня. Уже сказал, ты что на себя берешь? Ты что творишь-то? Как ты избавлен? Грешный, супергрешный, архигрешный. Вот это можно. Но это никого не привлекает. А я бы сказал так. Мне брат пишет и говорит, пишут вам наши святые братья. Кто святый? Это святой. А это тоже святой. Апостол Павел говорит, ты избран святым. Апостол Павел пишет, избранным святые называют. И избранные, и святые, а пишет целой общине в городе. А дальше говорит, у вас такой грех есть, которого у язычников даже нет. Некто живет, говорит, с женой матери отца своего. 5 глава 1 Коринфянам. Вам интересно было бы это? Почему? Так надо записывать. И во-вторых, я хотел, чтобы Библии были открывали, а у нас нет. Потому что комната. Одна Библия. Сейчас одна Библия. Ну давайте на следующий раз оставим это занятие. Тем более, что это интересно Лёше. А мы подготовимся, а то вы так будете слушать. Это тема большая. Избранные или не избранные? Я говорю, я знаю, что я был с детства избран. Как поднялись на меня со всех сторон. Это вы, это другое. Я говорю, я даже детей определял в лагере, избранные или не избранные. У него уже признаки есть, а они не знают этого. А по каким признакам? Главный признак – это, конечно, смирение и молитва. Вот он пришел. Библия. Кто понимает, где открывать? Давайте, открывайте. Вот слово «избранное», «избрание» в Библии встречается 157 раз. 157 предложений. Запиши себе. В Новом Завете из них 60 раз. А Новый Завет по объему в 3 раза меньше Ветхого. Дальше. Читай. Матфея 24, 27. В Новом Завете сколько? Повтори еще раз. В Новом Завете 60. Матфея 24, 24 глава, 22 стих. Открывай. Так. А ты открывай 18:7 Луки. Лиза. Евангелие от Луки 18:7. Матфея, сколько? Читали это, 24-22. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Непонятно кто, но избранные будут на земле. Ради их. А они, может, и знать про это не знают. Сократятся те дни. То есть назначено было Антихристу быть 7 лет, а будет только 3,5 года. Ничего не знаю. 3,5. Ради избранных. Я не понимаю. Даже иногда человек умрет, и Господь говорит, я помилую этот город ради Давида, я обещался ему. А люди грешники, я ради одного праведника помилую. Дальше, 31 стих. Какая глава? 24. 24 глава, 31 стих Матфея. Да, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от 4 ветров, от края небес до края их. Они избранные. Ну ясно, что они соберут, они остаются здесь. Так вот ходил в храм, он защищался. Это другой вопрос. На эту тему будем говорить. Батюшка сказал, кто не успел,
приготовьтесь к 15-й исповеди, когда приедет архиерей, чтобы все причащались. Приготовьтесь на 15-й. Все надо причаститься, пока архиерей здесь. Дальше. Лука 18:7. Считаем. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя имеет ли защищать их? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Значит, избранные, как определяются, вопиют? А определения какие? Избранные, они вопиют, они молятся. Вот я часто ребятам говорю, что вот если человек молится, он может такую дурнину выгнать или нет? Если верующий. Я говорю, вот у меня знакомый, он обратился уже в православной церкви, ходит, баптист, старый, Николай Нестерович Молчанов, из города Мелитополь. Вот он в Барнауле побыл, свечки как ставит, не вышел и говорит, я вот смотрю на людей, у меня такое впечатление, что Бог одних дураков набрал, или никогда их не избирал, что-то одно из двух, но ничего не знает. Все с нежеланием, с каким-то. Ты гори огнем, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. А этого нету. Дальше. Евангелие от Иоанна 15:9. А ты надей Деяния 13:17. И листай правильно. Не так листай, не перегибай вот так. А через край вот так бери аккуратненько. А ты вот так вот давишь. 15:9? 15:19. Иоанна. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Значит, избрал кто? Господь. Христос Иисус говорит, я избрал вас из мира. А говорил, перед ним все были избранные. И отпадают. Ну, считай, Деяния 13:17. Бог народа этого избрал отцов наших и возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской, и мышцы вознесенно вывел их из нее. Что там? Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской. О! Значит, есть народ, для одного человека, целый народ избрал. А кто зашел-то? На 600 тысяч только два человека. Ты понимаешь, это невероятно. Это 4 человека на миллион. Это мало. Да как весь народ избрал? Избранный, но оказался недостойный. А почему? Страх. Ой-ой-ой, нам не найти. Мы когда пошли, а пошли-то от каждого колена по человеку, посмотрели, соглядатые прятали, смотрели. И он говорит, там, говорит, люди, как деревья высокие, а стены высотой до небес. Нам никогда не завоевать. Только два человека сказали, с нами Бог. Вперед, ребята. И Господь сказал, сколько дней ходили, вы смотрели? 40 дней. За каждый день год будете в пустыне ходить. И на 40 лет увел. И кому было больше 20 лет, все погибли. А которые 20 лет там ниже, те выросли, это новое поколение, мелкие недостойные. Господи, так это они! Не важно, вы тоже не согласились идти. Вы все пали костями, и Бог зарыл их там. Это мы так, я хожу, верю, но не так, поругался, верю, там, все это делал. Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Премудрость Соломона. Живущего с премудростью, мудро, да еще и премудро. Дальше. Яков 2:5. А ты 1 Петра 1:1. 2:5. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Бог избрал бедных. Бедных. Что, всех он избрал бедных? Да нет, многие бедные прощелыги, пьяницы, шаровышки. Надо разбирать, кого избрал. 1 Петра 1:1.
2 Петра 1:1. После Якова. А Яков после Деяний. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Бифинии, избранным. Вот так. Подряд все письма написал в Польше, потеряет урывки избранным. То есть там, среди этих людей, есть избранные. Он не указал, а кто избранные. Принявшие Христа всем сердцем, живущие по заповедям Божьим и движимые Духом Святым. 2:9. 2:9. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Значит, избранного знать как? Они провозвещают таинство, тайны Господне, совершенство Его, какой Бог великий. Они во всем видят, в облаках, в деревьях, в мошке, в отношениях, в событиях. Они возвещают об этом, неизбранном, еще нет. Понимает, он хороший человек, все у него есть, он доволен, он работник хороший, он очень приветливый. Вот мы вчера ездили только, и нас угостили медом, все рассказали, он завоевал наши страны, никакой тайны нет. Сегодня все еще так, я сейчас за сколько купил, сколько стоит стройка, ничего не добьешься, здесь все. Идем в каждой комнате, показывают, сколько колодок, где мед хранит, как качает, и снимайте. Сколько она еще? 140 ведер он меду набрал. И каждое ведро на стенке там палочку ставит. Вот это забываю. Там вот это позапрошлый год, там 230 было. Сколько? А сколько? То есть ни один вопрос он не оставил неотвеченным. Человек не член нашего общего. И вера какая-то даже как будто и не верит совсем. Он как на ладони весь. Этот человек может покаяться и обратиться. И куда мы не приехали, всегда с подарками. Сам приезжает, баночки сует, и тут накормили нас за столом медом. Был там, по усам, говорит, тепло, в рот не попало. Вы знаете, о ком я говорю? И у него тут же сыновья, говорит, никому дело передать не могу. Один не там экономист, а другой сын, говорит, 3 университета кончил. Но потом разные. Агрономический, экономический и юридический. У нас потерять был только один такой, он 4 университета кончил. Всю жизнь, считай, учился. И вот тоже сноха, девчонка совсем молоденькая, эта. Вода подогревается, и ножи там стоят у нее в воде. Они берут и срезают у меда, чтобы качать. И как качают, автоматика поставленная. Он все рассказывает, и сколько стоит, вот этот нож купил, говорит, 2000 стоит. А я не могу это врезать, это так, подоткнуть и лежит. Чего бы он ни делал, куда мне смеется, сколько пчел, когда начинает, какой взяток, когда, где хранишь, а вон там, а где у тебя мед хранится, вот открывает, там, где у него там такие лари поставлены, там ни одна мушка не попадет. Абсолютно все открыло, и не думай, я говорю, пакостят, нет, никто не лезет. 66 колодок. А у нас 2 колодки делят между собой 5, еще и прячут. Никогда не скажет. Жена не знает, сколько муж получает пенсии. Это вообще. Это испокон века так повелось устанавливаться. Друг от друга дома прячется. А этот человек даже себя верующим назвать не может. И он весь открыт. И вот таким Бог открывается. Он без лукавства. Он говорит, и прямо у него на лице написано, он не говорит неправду. Он правду говорит. Какой мед, где какой ценится, почем, почему. Когда это перга бывает, это уже соскабливает прополис, карман все нет, бери, это лекарство там. Понимаешь, какой человек? Потеряевский наш. Он был председателем колхоза там у них, шерстобитом Геннадий Павлович. Ему кажется, уже сколько? 66 лет, что ли? А отец аппендицит делали, аппендицит какой-то, 54 года, завалили мужика, умер. Наверное, самый красивый мужик был в деревне, красивый, симпатичный, видный такой из себя. И вот такое дело. Дальше. Можно вопрос? По меду вопрос можно? Все надо. По меду вопрос. А? По теле вопрос можно? Ну я по теле сейчас закончу тогда и задавай.
1 Петра 2.9 прочитали? Да. Да. Дальше 5.13. Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Вот так. А сегодня на слово избран прям бросаются. Это что такое? Это кто как посмел себя называть? Павел называет церковь Вавилоне. Вавилон это вообще. Дальше 2 Петра 1.10. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Твердым вот это призвание, звание и призвание. И еще Римлянам 9.11. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не отдел, но призывающего, сказано было ей, больше будет порабощений у меньшего. Еще не родились, еще в утробе матери. А Бог говорит, одного я возлюбил, а второго возненавидел. Вот если бы ты сказал отец, вот ты родишь первого, это мой любимец будет, а этого я терпеть не могу, ненавижу. Ну какая справедливость-то? Это даже к котятам так нельзя относиться. Откуда ты знаешь, может один пока свой будет, а ты Бога следить как можешь. То есть это мы говорим, он маленький, прошло 10 лет, а у Бога-то нет времени-то, Бог вне времени. Богу не тысяча, не миллион, не миллиард, он бесконечный, он вечный Бог. Вечный. Человек сразу теряется, ну а как? Как это вечный? Ну откуда же он взялся? Этот вопрос, пространство космическое, вот свет летит 300 тысяч километров в одну секунду. 300 тысяч. И сегодня определяют, планеты находятся на расстоянии 2, 3 и даже 5 миллиардов световых лет. То есть бесконечность – это восьмерка на боку. Людям никак не понять этого. Бог вечен, он так написано, как вечен? Он не умирает никогда. Бог вне времени. Как быть? А так смирился и все просто принял. Как? Еще не доказать нельзя никак. Ну а там дальше, там-то что? Еще не знаю. Люди-то думают так, а у Бога по-другому все. И дальше. 2 Петра 1.10 прочитал, Римлянам 11.3. 11.3 и 7. Так, 11.7? 11.3. Римлянам. Да. Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и мои души ищут. Так, ты еще прочитал Римлянам? Да. 11.3. 11.3. Ты хорошо прочитал 11.3. 11.7 тут есть избранные в 11.7. Ну давай. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Вот так. Избранные принимают, а эти сразу все ожесточаются, священники, архиереи, все будут против идти. Они не избранные, они не понимают, о чем речь идет. Дальше. 1 Коринфянам 1.27. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и не мощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Немощное. И дальше. Избрал. Да. Тарабич Митар, слышал о таком? Кто такой? Вроде как пророк какой-то там. Сербский. Почти наш современник. Где он жил? В Сербии. В Сербии. Сейчас открывает, что он говорил, когда было. И что предсказано было, в мировую войну все так и шло. А простой крестьянин ему Бог открыл. А были он неграмотным был. А? Он неграмотным был. Да. И записал его все, что он говорил. Бог избрал не мудро, избрал. Он избрал. И все.
Тебя там что-нибудь трогает в этих его изречениях? Да, ну я много читал. Ну все там, да, сходится. Про эти даже наши сегодняшние планшеты, компьютеры, что люди будут сидеть там каждый сам с собой. То есть об этом он писал. Про маленького человека с севера писал. Дальше. Ефесянам 1. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Он избрал. Вот такие мы должны быть. Святы и непорочны в любви. Ой, как это непросто. Любовь избирательная, а здесь нет, непорочная. Так, Колоссянам 3:12. Итак, облекитесь, как избранное Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Еще раз. Итак? Итак, облекитесь, как избранные Божие. Вот во что надо облечься. То есть, это мы видим картину, характеристику, послужной список, медицинскую карту, все видим, какой человек избранный. У него все по-другому. И к чему он призывает? 1 Фессалоникийцам 1:4, прочитал? Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Все. То есть он знал, что они избранные. 2 Фессалоникийцам 2:3. Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. 2 Фессалоникийцам 2:3. Да. Еще раз проверим. Да. А ну 1 Фессалоникийцам 2:3. Тут тоже, тут. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Непонятно. Дальше, титул 1:1. Тит, короткое имя, так. Вот была Евдокия Титовна-то у нас здесь. Потеряю. И батюшка ребенка там поминает, там он как бы хорошо много назвали. А считала ти это точка, а та это черточка. Ти, та, это буква А. Морзе был раньше. И там считает, это тита. Он на него смотрит и думает, что он как бы у Морзе считает. Помянуть тита. Дальше. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих, и познание истины, относящиеся к благочестию. Какие бы ни были грамотные сегодня люди, считая апостола Павла, все понимают, это корифеи мысли. Дальше. Это что у нас написано, не знаешь? Откровение. Откровение. 17:14. А как ты догадался, как? Угадал. Так, я. Они будут вести брани с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные, и верные. Ну, признаки показаны какие, сколько есть писания, я посмотрел, избранные. Запомнила его Митар Тарабич. Запиши себе. Митар Тарабич. Что? Сербский старец. Он оставил много пророчеств. Он жил. Почему про него писали? В этом
В 18 или 17 веке? Ну, перед самой войной, я так говорю. Еще жил был, перед Первой мировой. Там надо посмотреть. Я почему не говорю? Он там что-то писал, а мне пишут или говорят, это на вас писал. На севере будет жить небольшой человек. Напишет много книг. И будет учить людей любить друг друга. У него вокруг вот столько лицемеров будет. Но они ничего не сумеют сделать. Мне один пишет, другой там его когда расколупали, какой есть это. Это сходится на севере, главное, не на юге, на севере. Там мы считаемся северным народом. Бог его знает. Ну, может, что-то открыто было. Я вот каждый день почти общаюсь с людьми по интернету, каждый день, там, сегодня 3 часа с чем-то, я вот за компьютером. Потому что утром там меньше взыскаю денег. И отвечать приходится. Люди мало Бога знают. Когда истину говоришь, мало кто принимает, как должно. А уж кто принял, те уже держатся. Вот у меня еще была Наталья с мальчишкой. Илюша после этого уехала. Та так и держится. Даже вот этот Виталий был у нас здесь. И уехал. Калинников. И вот по-прежнему придерживается. Который. А есть люди, которые никогда не встречались, ничего не знают, они все время ищут. Этого не может быть, это нет. Но я тебе показал, сегодня я рассказал о празднике. Еще непонятно. Я тебе даю святые отцы и говорит мне, да ты-то в ответ что скажешь? Еще нет. Как так? Псалтырь Богородицы, кто его написал? Все перевернуто. Перевернуто? А Серафимы нет сегодня. А она уж до того, наверное, обиделась, что... Очень. Вот. Так я же на дому у нее был беседовал. Так она же вот Богородица для нее это выше Иисуса. Ну, пускай, но играть, знай где. Нет, понятно, но вот она не пришла сегодня уже. Не пришла она. Я ее сразу охладил. Она прихожу, она все время за руки тут. А тут пришел я с Мариной и как раз говорил про это. Взял и у нее лежит он. И стал говорить, она это может не так. Я говорю, у тебя кто вот это? Царь пророк Давыд. А это кто? Царь пророк Давыд. Вначале был блажен человек и жени на совете счастливых. Не сидит по пути, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Псалом Давида. А это чей? То есть он берет псалтырь и все переделывает на Богородицу. Что Бог говорит? Это богохульство. А вот один человек. Божьей Матери никакой другой роли не было отведено. Кроме той, что она выполнила. Не было ни такого сказано, что кому ты хочешь, прощай. Никто не может простить, кроме Бога. Один только Бог. Един свят, един Господь, Иисус Христос. А вот так развернули. И я ей говорила. И она не могла ничего сказать. И я говорю, кто написал? Когда написал? В каком месте? Ничего не известно нигде. Зашуршал где-то. А мы сейчас говорим, когда выходили, она Марину все-таки придержала. Маленечко ты там после меня шла и говорит, а ты все же считай Богородицу. Хотя я уже доказал, прочитал. Я не знаю насчет псалтыря. Я не знаю этого. Я просто знаю, что она ярая поклонница Богородицы. У нее Богородица это вот... Не, ну это Царица Небесная, Матерь Божия. Ну, это поклонник Матери Божией. Она читает псалтырь дома. Я Богородица. Не знаю этого. Псалтырь Давида переделаны на псалтырь Богородицы. Но Серафима говорила, читает дома у себя. Так, Леша сегодня сказал, посчитает, он тогда придет, открывает будет. Тогда каждое место пространно будет объяснено. Ему он заранее поглядывается. Откуда это могло? Это же недавно появилось. Ну что, значит, кто-то ей достал, привез. Обвинил я ее. Она больше на вас будут не даст. Но она всегда на морбузы ты не давала. Да нет, она и на ягоды звала. Вы ей пройдет, я думаю. Понятно, столько лет она считала. Священник ей сказал, дома считать можно, а в церкви нет. Я позвал батюшку, подошел к нему, все равно нет, я такого не говорил. Вот она где-то там на юге еще. Я говорю, это богохульство, это кощунственные записи. Зачем вы говорите? Это монах, потому что безбожник насмешник написал. Скажет, проглотят.
как у католиков, провели догмат о непорочности Девы Марии, и все. И на этом закончилось все. Она родилась не от Акима, отец, Бога отец и Акима, она не от убрали, и все. Она не от Акима родилась, а как Христос от Духа Святого. Нет на это даже малейшего намека. Никакого. Ну что, пошли. Лука-то еще с нами. Лука. Первая глава, 5 стих. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Так был он священник или первосвященник? Ну, священник. Священник написано. Священник. Теперь считай, что он был первосвященник. Хотя никакого основания, об нем больше нигде не говорится. И добавлять первосвященника, первосвященники они назывались по имени. Знаем, Анна, Каиафа, а это так. И считается. Знает, когда первосвященнику раз в год можно было заходить туда. Это число известно было какого. И вот он в этот день туда зашел, оттуда вышел, пришел, лег спать. И в эту же ночь завершила Елисавета. И теперь ровно через 9 месяцев, ни день туда, ни обратно, родится он. 7 июля Ивана Купала. Все надумано. Во-первых, не первосвященник. Во-вторых, дата неизвестна. Раз не первосвященник, неизвестно, когда он там служил, когда пришел, когда лег спать. Ничего неизвестно. А вот давайте сделаем, чтобы все было ровно 9 месяцев. В эту ночь пришел, он до этого жил с женой 40 лет, детей не было. А вот эту ночь как раз у него и получилось. Ну и все. Искусственно все. Я про это и сказал сегодня. Не отрицаю поклонение Матери Божией, молюсь о каждый день ей молитву, но грань существует, за которую Господь не позволяет никому. Толкование. Упомянул сейчас мой Христос, нередко говорил, что это означает? Что тебе и мне жена? Не пришел еще сейчас мой. Какое сейчас? Страдание. Давай. Это он сказал уже на свадьбе. Это в Кане Галилейском он сказал. Да. И пришел час еще творить чудеса. Выйти, то есть, ну, то есть... Открыть себя. А то открой то место. Ну, это же второе место. Ну ладно, давай. Упомянуло царствование Ирода с одной стороны и желание повествовать по примеру пророку, ибо они начинают так. В одни Ахазия и Езекии такого-то совершилось следующее. Исаия 1.1, Осия 1.1, Амос 1.1. А с другой стороны, поскольку намерен говорить о Христе, для того, как упомянул об Ироде, чтобы показать, что при Ироде Христос воистину пришел. Так как Ирод сей был тогда, когда по пророчеству Иакова, Бытие 49.10, не стало князей из Иудеи, то отсюда и доказывается, что Христос пришел. Прежде Рождества Христова прилично повествует о рождении Ааронову, который и само не без чуда. Поскольку дева имела родить, то благодать предустроила, чтобы старица родила не по закону природы, хотя и с мужем. Что же значит слова из Авиеевой череды? Что же значит так? Слова из Авиеевой череды. Соломон окончил храм, установил и дневные череды, то есть седмицы. В одну, например, седмицу поставил сынов Кореевых, другую Асафа,
Следующую Авию. Виную другого. Второго парапанглинон 8.14. И первая парапанглинон 24. Поэтому, когда говорит, что Захария был из Авиевой череды, нужно понимать так, что он был седмицу Ави, а не так, что он принял служение после седмицы Авиевой. И вот тогда сказал бы, после череды Авиевой, а теперь, когда сказал из Авиевой череды. Представляю, что он был из среды и седмицы Авии. А желаю показать, что Иоанн по той и другой стороне, по отцу и по матери, законно был из рода священников, говорит, и жена его из рода Ааронов, ибо не позволено было брать жену из чужого колена, но из того же самого, чисто 36.69. Елисавета по толкованию значит покой Божий, а Захария память Господня. Я увидел там замазанная решетка. Батюшка еще не видит, что ли? Пол-то гниет. Она еще не проверяет. Замазанная решетка. Поставили такую вот решетку калашникова-то. Пол гнил, весь и гвозди гнили. Ни одной лаги ничего не взять, еще все в трубку, в пыль превратилось. И заново все делали. Весь пол, весь сгнил. А где отдушины были, там все стоит нормально. Пришлось заново все возглавлять и лаги, и все это просматривать. Там хорошее поставлено, а здесь я случайно увидал. Понезнали заляпали. Где сухо, там разница никакой не сухо, а здесь сыровато люди. Ну и что? Ты вот считаешь Авиевой, я считал Авиевой. А как правильно? Не знаю. Евреев надо спрашивать, они тоже не знают. Мы всегда считали Сергей, а приезжает епископ, Сергей, не Сергей, а Сергий, владыка Сергий. Ударение другое. Тут к нам даже один приезжал. Приезжал, потеряет, присматривается, хотел с общиной сюда переехать. Тоже батюшка его говорит, Сергей, он говорит, я не Сергей, я Сергий. А кто такой? Ну, как-то к нам приезжал ранней весной. От старообрядца? Нет, не старообрядца. Они где-то за Красноярском живут. Ну, ладно, пошли. Лука 1.6. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочным. Толкование. Часто некоторые бывают праведны, но не пред Богом, а по видимости и пред людьми. Захария же и Елисавета были праведны пред Богом. Заповеди суть, например, не прелюбодействуй, не кради, исход 20.14.15, а уставы по-церковнославянски оправдания. Суть, например, кто злославит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Исход 21.17. Ибо это правильно. Но знай, то и заповедь может называться оправданием, так как она делает человека праведным, и еще более есть оправдание Божие. Ибо в день Он и Бог будет судить нас, имея заповеди как бы некоторым письменным оправданием. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. Иоанна 15:22. И опять, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иоанна 12:48. Для чего к словам, поступая по всем заповедям, прибавлено беспорочно? Выслушай. Часто некоторые поступают по закону Божию, но все делают для того, чтобы показаться людям. Матфея 23:5. Таковы и не беспорочны. А Захарий заповеди соблюдал, и соблюдал беспорочно, а не для того, чтобы через исполнение их понравиться людям.
показывает нам на сегодняшний день. Например, показывает Спаситель жил непорочно. Не так, что я уверовал и спасен как баптист. Лука 1.7. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна. И оба были уже в летах преклонных. Толкование. Жены праведников и сами праведные часто были бездетны, чтобы ты познал, что закон требует многочадия, не плотского, а духовного. Оба были уже в летах преклонных, и по телу, и по духу, и по душе они состарились, то есть сделали большой успех, полагая восхождение в сердце, и имея жизнь как день, а не ночь, поступая благоприлично, как во свете. Лука 8.10. Однако, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Толкование. Пред Богом священно действуют одни чистые, от нечистых Бог отвращает лицо свое. Когда же ему пришла череда покадить, без сомнения в день очищения, когда один первосвященник входил во святая святых, чтобы мы научились, то как этот первосвященник, войдя во святая святых, получил плод, так и Господь Иисус, единый великий, поистине архиерей, войдя во святая святых, то есть с плотью на небом, получил плод своего явления во плоти. Наше усыновление Богу и спасение. То есть священники тогда, несколько священников было, и они тянули жребий, и Господь избирал, кто будет служить. То есть... Мы не знаем, всегда ли это было. Потом сделалась откупная, кто больше денег даст. Так ставили греческих патриархов, турки. То есть сейчас, на наше время, сейчас вообще такого ничего нет даже? Сейчас по-другому немного. Вот, допустим, мы избирали сейчас патриарха. Да, жребий. Определенно, четко он уже был избран заранее. Они ставят условия, какое обязательно, чтобы он был с образованием, закончил семинарию, академию, имел большой опыт административной работы. Администратор, не проповедник. Дальше был член там синоды. Но людей там много, допустим, в России это 150 миллионов. Только мужчина, мужчин столько-то, только с образованием, еще столько. Наконец они такие условия поставили, их там 15 человек осталось всего на всю страну. А теперь выставили еще одна кандидатура, там еще выставили их. Ну ему потом пришли, я так дальше уже могу догадаться, приходит, это еще болеющий, это не могу. Ну какой ты потеряешь, ты уже болеешь, ты лечи, слушай, потом в другой раз заберут тебя. Он кандидатуру свою снимает. Остается один и серьезный противник. Ему лучше люди расположены, чем к этому. Но иногда он власти задевал. Нужен такой, чтобы был послушный, прогибался перед властями. И тогда они быстренько правила пишут, обязательно, чтобы отношения были хорошие. Чтобы он хотя бы лет 15 уже сотрудничал с КГБ, докладывал на своих братьев, чтобы у него своя была кличка. Вот этот патриарх Алексей II, его кличка, псевдоним был Дроздов. А вот этот патриарх Кирилл, это Михайлов, а он Гундяев. В школе Гундяев было. И вот так. Ну, тогда избрали. Все. И вот, которые правила говорят, эти правила, ни один апостол, если вы были живы, не попадет. Образования нет. Павел попал туда, а у него нет административной работы. С
с властями не ладит. То есть он ограничил так, что под этим условием только он один подходит. Все. Больше никого нет. Вот у Брежнева было тогда, ну все медали, как праздники, раз медаль, раз героя. Везде, он все не падает кушками, у него нигде не было, не села, все. На трусах и на штанах везде. Ну, грудь решили, расширили. И вот придумали награду такую, кто был не менее 50 лет членом партии. К кассе подходишь, и написано, без очереди, герой Советского Союза, герой социалистического труда, и дальше депутаты, и дальше написано, и членов партии не менее чем 50 лет. Длинная такая, три строчки. Он 50 лет уже пробыл в партии, и он тогда под это решил. Еще одну награду подали. Он мог бы сказать, у кого брови, что 3 сантиметра шириной тоже получил бы. У него брови были такие. Вот. Или дальше сказал, кто был ранен и разговаривать не может. Правильно. Азербайджан с третьей попытки так и произносил. Ранен, челюсть поврежденная. И за это тоже медаль дать надо. Написал, где-то он там воевал в Керчи, большая земля. Кто-то написал, ему писал теперь от какого-то какой-то там. Писал-то не он. А его везде восхвалили, такая книга, так разнесли, на карте, везде. А теперь говорят, и Великая Отечественная война была маленький участок большой земли. То есть не большая земля, часть военной стратегии страны, а именно вся война, все маршалы, это маленькая часть от земли от этой, от Севастополя. Как его ранило, как он понял, что летит кверху, и только думал, чтобы не упасть на палубу. Но его маленько в сторону отнесло. А если мы будем поставлены такие правила, что человек, чтобы был рожден свыше. Вот правило непременное такое, чтобы этот человек был гонимый, за Христа пострадал и прочее. Но там ни один не попал. Я где-то читал про этого Брежнева, что он якобы перед смертью позвал священника и причастился. Можно поверить это? Как? Что он позвал священника и причастился перед смертью. Брежнев. Брежнев. Я про это говорю, патриарх. Какие условия были. А когда избирали патриарха Тихона, там так, когда проголосовали избирать, а он был епископом где-то на Аляске, в Америке там. Ну и Тихон Белавин. За него проголосовало, допустим, 30 человек. Меньше всего. Больше всего проголосовало за Антония Храповицкого, 250. Тогда взяли трех, которые друг за другом идут, написали бумажку Тихон, Антоний, Аристарх и положили там куда. И привезли Алексея слепого, схимонаха какого-то. И помолились, и он туда полез и достает. И теперь последнее это жребий. Достает и там считает диакон. Патриархом быть епископу Тихону. Аксиос! Аксиос! Достой. А Антоний оказался храповицкий, нужен за границей, там образовал зарубежную церковь. С белой армией ушел. А патриарх на это не пошел, потому что тут никто не поможет. Власти очень хотели, чтобы он был. Он с властями, у него везде все. А представь, что патриарха мы избрали апостола Павла или пророка Иеремию. Да он бы их сжег. Всех, как Илья. Но писали, патриарху Алексею II стало очень плохо, где-то он там был, и что ему, говорит, явился в видении Феодосий Печерский. Сочитал? Феодосий Печерский явился ему и говорил... Алексею II? А? Алексею II? Ну да. Ну, он болел-то, говорит, не просто так болел-то, а явление было, он чуть не умер от страха. И он говорит, не стоять ли по правую сторону от Бога Отца на страшном суде. Ты благословляешь правителей, которые не правители, а кривители. Они народ уничтожают, а ты их благословляешь.
У меня книга полностью, что оно. Это он сам рассказал приближенным, которые были. Да не может быть, не может быть, он не может быть. Ему уже говорят, что случилось, он не может быть. То есть он в видение совершенно не верил. И вдруг ему видение явилось. А кто ты такой? Он говорит, Феодосий Печерский, основатель русского монашества. Полностью, что он сказал, патриарх Сила Слов записано. Ну, а меня спрашивают, а как вот вы? Я не видел ничего. Ну, видел он или не видел, это вопрос другой. Но дело в том, что сходится все. Даже если бы не было видения, его нужно было придумать, искать. С властями. Так придумано бы, он бы в таком шоке, наверное, не был. Да, и он говорит, все следующие приступы, все не может быть, не может быть. Так пишет. Ручаться ни за что нельзя, ну, предположить можно, что было. И главное, когда это было, когда он был там в Евпатории, где. Все, сейчас. Правители, суть кривители. Вот это мне запомнилось. Ну что? Час. Все, да? Да, помилуй нас от всякого заблуждения, благослови Серафима. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И знаете, Иванович, вы еще видели, Лилии обещали, она что придет нам? Ну-ка, задавай вопрос. Мне люди пишут, но Алексей выставил фотографии с поездки вчера, и пишет один человек, который Серафиму доверяет, что мед боится мешало и не надо луны краской красить. Что не так у дяди Гены. Он лучше так разговаривает. Перика, пока главный баланс, у него ничего нет. Совершенно ничего нет. Каждый бунт там делает, пускай 450 тысяч. Но это не сам Перика, а его как бы. То есть такого нету ничего. Если слушаешь человек с Перика, вы можете меня еще.